Сейчас мы коту такое устроим! Да, на этот раз ему не сдобровать! В этот раз нам точно повезет! У нас не получилось. У тебя не получилось, планы рушатся. А давай поставим ведро с водой на дверь. Лео откроет ее и обольется. Ну, что скажешь? Отличная идея. Ну и голова у тебя. На этот раз коту не уйти. Да! Скорее бы уже облить кота водой. Какой хороший день для прогулки. Не могу больше ждать. Представляешь, как он удивится? Представляю, как кот попадет в нашу ловушку. Так-так. Случайно начал поливать цветы, так воды может не хватить. У меня получилось. По
помоги мне с лестницей. Угу. Спасибо. Ой, нет, ты где? Сейчас. Нет, 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 выключи! Стой! Дождь начинается. Пожалуй, закрой окно. Зачем ты бросил в меня яблоко? Ты предатель, а я тебе не дал. Ну давай, это ты меня первым предал. Но стол ты есть яблоки. Помогите! Мы тонем! Помогите! Кто-нибудь! Спасите! Выжили! Вернемся к нашему плану! Спаслись. Смотри! Это все кот делает! Точно! Он за все заплатит! Этот подлый трус! Я не отомстим этому коту! О нет! Вода! Помогите! Тихо!
Держись за хвост! Спасились. Спасите! Мы тонем! Помогите! Помогите! Леопольд! Прости нас! Помоги нам! Мы больше не будем! Помоги! Леопольд, помоги нам! Ребята, давайте жить дружно. Честно, почему он такой счастливый, а мы такие несчастные? Надо с этим что-то делать. Хвост за хвост. И это, глаз за глаз. Да. Да. Ой, держись. Я лезу наверх. Сейчас. Туда. Пришли. Не могу достать. Ну, держись. Я вроде дверь не закрывал. Смотри.
работает. Эй, коротышка! Ого! Ha ha ha!
Леопольдушка! Мы больше не будем! Ребята, с Новым годом! Mm-hmm.
подожди. Так, иди за мной. Здорово! Давай туда, на Леопольда! Мазила! Вон, смотри! Первым.
Ух ты! Класс! Сыр! Сыр! Как же так? Леопольд, ты куда, подлый трус? Леопольд, подлый трус. Все, вылезай. Леопольд, мы уже идем к тебе. Добавим немного перчика. Леопольд, помоги нам! Помоги, Леопольд! Ай-яй-яй! Прости нас, мы больше так не будем. Ребята, давайте жить дружно. А можно... Нет.
Ну, я даже не сказал. Нет, надо прижать хвост этому коту. А если он нам прижмет, а? Ха. Нет, нужен хороший план. Очень-очень хороший план. Надо подумать, так что думай. Отомстить Леопольду! Мы покажем этому подлому коту садовнику! Вот наш план! Ты все понял? Ничего не понял. Ты что, глупый? Я не глупый! Я что, похож на глупого? Опять проделки этих вредных мышат. Как они мне надоели! О.
Похоже, эти мышата никогда не успокоятся. Ох. Наконец-то мы отомстили. Здорово. Да. О, есть одна отличная идея. А что, если отправить этих мышат куда-нибудь подальше? Хорошее приключение пойдет им на пользу. У них будет время обо всем подумать. О, а я хоть отдохну немного. Что это? Это же карта! Вот здесь спрятаны сокровища! Эй, смотри! Крест! Вот здесь и зарыт клад! Сыр, сыр, сыр! Колбаса, колбаса! Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Два шага на запад. Это здесь. Сыр, сыр, сыр. Что ты сказал? Отойди. Первый удар за мной. Ой, как больно! Это ты кидаешься шишками? Нет, нет! Ай-яй-яй, не повезло. Это дерево точно лиственница? Конечно же, лиственница. Они растут маленькие листья. Я вспомнил. Но с лиственницы не падают шишки. А то. О, посмотрим, посмотрим. Что же будет дальше? Вот дают чемпионы. А я пока отдохну немного. Ну, проказники. Еще бы чуть-чуть. И где этот сундук с сокровищами? А где же сыр и много-много колбасы? Что это? Уехала наша колбаса. И сыр тоже уехал. Это мама. Нет, не мама. Это кот Леопольд.
Леопольдушка, прости нас. Я падаю. Леопольд, прости нас. Прости. Мы больше не будем, обещаем. Ребята, давайте жить дружно.